когда выплеснется гнев россиян. В Фейсбуке все спрашивают, о чем я думаю. Я думаю о том, что если россияне не пришли в осознание после расследования Навального по Чайке и панамской истории, через мозг их не проймет уже ничего. Ну вот теперь Медведев. И что? Никто особо не удивлен, разве что Тимакову многие еще считали по инерции приличным человеком, а теперь качают головой. Все открытия последних дней относятся, заметим, именно к реалиям нашего журналистского цеха. Если коллаборационизм «Коммерсанта» и МК еще нуждается в примерах, а номенклатурные виноградники по понятиям в этом-то и есть настоящая безнадега. Увы, желание что-то понять придет к массам только через болевые ощущения. И способ перемен тоже будет болевым, к сожалению. Потому что если номенклатурные виноградники никак не регулируются законом, однажды их начинает регулировать коллективный Салават Юлаев. Причем маятник прилетит по преимуществу не к фигурантам расследования Навального до яхты Сечина. Классовый гнев не дотянется, как не дотянется он ни до Тосканы, ни до кантонов, где обитают дети генпрокурора. Все эти перцы в критическую минуту попрощаются с нами по-английски. Гнев выплеснется на очередных «немцев» в кавычках и «лекарей» в кавычках. Смотри историю пугачевского бунта. Очень бы хотелось ошибиться, но история все-таки тоже наука, и в ней есть некоторые закономерности. Как именно будет выглядеть та банановая кожура, на которой навернется эта государственная бесстыжесть, и когда это случится, можно только гадать. Оптимистов прошу заглянуть в год рождения Мугабе. Но беспрецедентное все это замечу именно по части бесстыжести. Руководящая шпана даже не собирается ничего опровергать. Просто лыбятся и где могут, перекрывают кислород. Совсем простенько у нас стало. Они презирают подведомственный народ и, согласитесь, имеют все основания для этого чувства. Виктор Шендерович.